Так, ребят, всем привет. Сейчас немножечко компании поиграем. Что-то такое самочувствие какое-то ватное сегодня было. Вот. Но все-таки решил я пару часиков постримить. Что-то мне уведомление кому-нибудь пришло. О, уведомление об анонсе, как бы. О начале стрима пришло, а вот что-то об анонсе мне ни хрена. Может, я сам на себя не подписан, просто я не знаю. Подписан. Странно, странно. Да, я анонс вроде запилил. Не знаю, мне почему-то тоже не пришло. Только о начале. Короче, хрен с ним. Ладно, потом с этим разберемся. Давайте продолжаем, в общем-то. За Зератула, наверное, сегодня пройду там. Ну, посмотрим по времени. Я думаю, пару часиков всего я сегодня постримлю. Завтра тоже. И уже выходные дни перед Близконом. Там часть, наверное, запилю. Вот. Анонсы поломаны, может быть поломано, да. Так, исследования появились новые, но пока не будем, давайте. Сколько времени я провел в лаборатории? Вы отсутствовали несколько часов, сэр. Неужели все это время вы были там? Я заглянул в кристалл Ихан, который дал мне Зератул. Готов поклясться, это продолжалось всего пару минут. Зератул искал пророчество Зелнага о конце света. Я должен узнать, что произошло дальше. Как ты ухитрился подмазаться к этим уродцам Протасам? Я слышал, они убивают тиранов, не раздумывая. Некоторые, да. Но есть протосы, которые жизни не пожалеют, чтобы защитить людей, вроде нас с тобой. Я помогал протосам оборонять их родную планету от зергов во время Первой войны. Когда Керриган вернулась во главе Роя, я снова им помог. У них есть понятие о чести. Джейми, ты как будто их уважаешь. Я и не надеялся, что ты меня поймешь, Тайкус. Тайкус не уважает пропуск. Я тут... Постой. Твои глаза... Они видели мир духов. Тот протос. Он дал тебе кристалл. И теперь ты можешь видеть то же, что видел он. Это не твое дело, Тош. Не лезь ко мне в голову. Будь по-твоему. Но знай, ты встал на опасную тропу, которая ведет в неизведанное. Будь осторожен. Если понадобится помощь, обращайся. Ну что, поперли, ладно. Надо выяснять, что к чему. Я собрал небольшой отряд союзников. И прибыл на Закул, чтобы встретиться с тремя таинственными хранителями архивов. А во тьме что-то следило за нами и выжидало. Привет всем, ребят. Погнали, короче, во тьму. Итак, теперь у тебя есть полный текст пророчества. Посмотрим, что скажут твои хранители. В поисках истолкования пророчества я прибыл на запретную планету Закул. На ней трое бессмертных хранителей оберегали древние знания.
только они могли расшифровать пророчество. Мне необходимо было найти их как можно быстрее. Помню эту миссию. Да я все помню, как примерно. Кроме некоторых. Ну вот за вставка за Зератула, конечно, и вот, вот это вот прикольно они сделали, прикольная идея. Вот. Да и вообще прикольные там и миссии тоже. И последнее, где биться надо, там вот я рекорды ставил. Процессов максимум хотел убить, там что-то нормально. Намного больше, чем самая максимальная ачивка убивал. Здесь подозрительно тихо. Однако эти строения в целости и сохранности. Осталось только обеспечить их энергией. На бодром шаттле Зератул пробкой возит. Пробок-то возит. Дрын, не понял, что за спидран дарками. Здорово, Фаренгейт 32. Не Илюха тебя подарил, кстати. Могущественные хранители. Как ты с моего зеркала видишь? Где-то неподалеку. Мы должны найти их. Так, все правильно тебе отвечают. Все правильно, дружок. Да, вот что-то строения, которые могут нам пригодиться. Осел я пораньше. Построив рядом с ними пилоны, мы восстановим все не решался. Я долго не буду сегодня, на самом деле, часика максимум 2 от данного момента, так что только запрос, наверное, пройду. Хранители, которых ты ищешь, теперь служат высшей силе. Высшей силе? Что затмило разум этих протосов? Похоже, священную планету захватили поистине злые силы. Что ты пред... Я... Дарками. Что я здесь, среди теней? Это когда надо делать? Еще раньше, чем сейчас, что ли? По ходу дела. Пока вот этот хрен не появился. Это гибрид Протоса и Зерга. Как омерзительно! Кто создал это чудовище? То есть сейчас уже поздно это дарками делать, как я понимаю, да? Свои силы. Сердце тьмы. Мои навыки. Улучшение завершено. Что я? Пустота. Привет, Лусмайл. Не поздно. Ну давай попробуем. Святилище. Такую версию еще прохождения. А как проходить-то вот по этой стороне, наверное? Нам здесь через глазку проходить надо. Эти знания запретны.
А чтобы освободить, что надо сделать их вообще? А, просто убить эти хреновины. Что я должен? Зератул. Не иначе, как сама судьба. А как через потомки пробежать? Я чуть не понял. За мной, братья. А тут потомки, вот, как через них-то пробегать? Или тут какой-то тайный ход есть, что ли? Мы ждем твоих приказов. База атакована. Или чисто на мою брать их тут. Что-то прохладно как-то тут. Там, может, сначала никого не было. По краю чего проходить-то, просто не понимаю, тут можно было. Я голос затмил война. Я здесь. Блин, пока я с этими заморачивался, короче, меня тут расковыряли. Давайте, короче. Заново начну, я что-то запарился на этих дарков. Все нормально, да, сейчас я заново. На нормале канала. Откуда сталкер берется, еще не помню. Могущественные хранители заточены где-то неподалеку. Мы должны найти их. Где сталкер-то мой? Или... А, я его построил сам. Построю сталкера сам. Привет, ребят, всем. Говорят, дарками на халяву тут убить можно вот это все дело. Ну, не знаю, как бы, может, фотонок больше на эксперте. Здесь остались покинутые строения, которые могут нам пригодиться. В этом. Построив рядом с ними пилоны, мы восстановим их энергоснабжение. Здесь, среди теней. О, пустота. Хранители, которых ты ищешь, теперь служат высшей силе. Что ты, я, мои навыки? В высшей силе? Что затмило разум этих протосов? Похоже, священную планету захватили поистине злые силы. Может быть, я вот думаю, можно пройти... Темное святилище. Просто при там это подсветив чем-нибудь, как бы. Оно принесет нам неоценимую пользу. Ага. Зератул. Не иначе, как сама судьба направила. Хотя здесь юнитов-то много стоит. Со мной, братья. Мы очистим это место от зла. Мы ждем твоих приказов. Я думаю, что можно просто несколько сталкеров провести. Ну или да, просто несколько дарков. Чужаки. Это гибрид. Короче. Сейчас он пойдет, этот гибрид сраный. Что я должен сделать? Я сберу. Настал
эти знания запретны. Кто? Во имя пусто. Через где он пойдет-то? Слева вижу идет. Завязывайте. База атакована. Привет всем, ребят. Питается жизненной силой хранителей. Так. Нужно освободить их, пока не поздно. Сумрак согревает. База атакована. Вы не властны над судьбой. Смиритесь с безысходностью. Навыки. Так, ребят, секундочку. Все, ребят, я здесь. Что? Какова? Ну, вот можно из таких идей у меня как? Ответ откуда взял? Я здесь, среди теней. Привет всем, ребят. Есть. Очень. Что?
здесь, среди теней. Это ваш последний день. Да я думаю, что нужно просто прийти сталкерами сюда, зайти и дарками вырезать. Хотя так вот уже на поздней стадии это неинтересно, я скажу. На ранней, как бы, сверхранней какой-нибудь, например, прийти дарками выпилить, это прикольно. Имморталы варпятся, имба, протосы, имба. Я вернулся, чтобы служить. Сталкер тоже бонус по бронированным, так-то есть, если что. Я здесь, среди теней. Это лишь временное препятствие. Рабы войны. Время пришло. Отдайте мне свои силы. Запретное знание останется в тайне. Улучшение завершено. Блин, кэшка ж. Что ты, я? Мы едины с теми. Я здесь, среди теней. Блин, нам запужил уже, какие-то касты там новые появились. Можно фидбэчить. И готовься, благородный воитель. Сегодня мы сразимся с великим злом. Наслаждайся своей.
своей ничтожной победой. Пока можешь, война еще не окончена. Так. Я здесь. Я, мы едины. Что ты предложишь? Что ты предложишь? Сама запретное знание останется в тайне. Дарками в трюк не прошел. Души хранителей заключены в этих склепах. Мы должны освободить их немедленно. Потому что вышел. Не вовремя этот парашют. Да, за то, что всех, кто тут уничтожишь, ачивок не дают, я вот чуть не помню. Вот что там все. Забвение грядет. Никто не устоит. Перед ним. Мы, что ты предлагаешь?
уничтожишь. Замолчишь. Я здесь, среди теней. Мы встают. Мы едины с... Я в небе зову. Асан, это план. Забвение грядет. Никто не встанет перед ним. Месторождение минералов истощено. Твоя память открыла нам фрагменты пророчества, Зератул. Мы попробуем собрать короче... едино и расшифровать. Может, вначале и можно как-то с отвлечением дарков там привести? Цикл близится к завершению. Зюнага, создавший звезды, уничтожит свои творения. Но падший спасется. И день падет на пустоту. Вначале был великий пожиратель. В конце же будет кромешная тьма. Вот это я всегда думал, какой к черту пожиратель великий? Кто это, ё-моё? Что это? Кто это вообще такой? Ты кто такой, слышишь? Сюда великий подошел. Пожиратель, должно быть, имеется в виду сверхразум Зергов. Какова была его роль в судьбе Вселенной? Чтобы разгадать эту тайну, мы должны вернуться туда, где покоится сверхразум, Зератул говорит. На нашу прародину, на Айюр. Оп. Достижений назарабатывал каких-то. Поехали далее. Здорово, братишки, всем. Спасибо кому-то. А чё баба-то не говорит? Я чё-то не понял, блядь. Чё у неё там? Пользователь. Оп. А вот, все, я прошу прощения, обновился. Надо было обновиться, открыть просто. А то я думал, там она уже на День России забухала, ё-моё. Рановато что-то по ходу дела. Да и вообще я за то, чтобы национальность была, так сказать. Вот. Ну что, Тайкус, не хочет побазарить? Нет. Похоже, тебя здорово прошибло то, что показал Протос. Хеднай, спасибо за подписку на время. Такие яркие, что я вижу все до последней детали. Я видел гибрида. Странное сверхъестественное существо. Он пытался подчинить себе протосских хранителей. Кто отправил его на Закул? Кто способен контролировать таких, как он? Тот, кто его создал, конечно же. Это был лишь первый из множества. Темный предвестник. Близится время, когда им не будет числа, и звезды содрогнутся от того, что случится потом. Ты не можешь знать этого наверняка? Конечно, нет. Но я чувствую, что будет так. Что-то, конечно, шаристый какой-то нашелся тут, а? Вот, а вы говорите, баба там сивая какая-то, которая кинет. Вон пацан сколько полезного говорит. Телек не смотрим, что-то. Вождь Тауренов 800 уровня представляет новый альбом, на котором собраны самые забойные хиты группы. Эта музыка встряхнет галактику. Следите за обновлениями расписания концертов. Следующее шоу может быть на вашей планете. Покупайте билеты во всех театральных кассах. Галактическое турне уже началось.
После предыдущих миссий, кстати, телек я не врубал, походу, зря. Вот. С братаном можно побазарить всегда. Что вы увидели в кристалле на этот раз? У меня что, на лбу все написано? Зератул отнес найденные фрагменты пророчеств в какой-то храм или библиотеку. Черт его разберет. Главное, что это место было захвачено гибридом Зерга и Протоса. Вы хотите сказать, это был Протос, зараженный вирусом Зергов? Нет, это не было похоже на заражение. Скорее, он объединил в себе силу обеих рас. Если эти твари действительно существуют, у нас есть основания для паники. Что не так, ковбой? Ты какой-то помятый. Даже больше, чем обычно. На меня много всякого сейчас навалилось. Ты же знаешь, каково это. Да, конечно. Знаешь, может, тебе стоит расслабиться и хотя бы раз за 100 лет выспаться нормально? Конечно, мамуля. Уже бегу. Короче, парням тут не рассказывают. Болью в душе я вернулся на разрушенный Айур. Большая часть планеты была по-прежнему заражена зергами. Но останки сверхразума уцелели. Мрачное напоминание о былых поражениях и победах. Так, нет, а ачивки как пойдет. Я помню гибель Айура. Не очень хочется смотреть на то, что стало с этой планетой. Хотя выбора у меня нет. Когда преимущество зергов над нами стало очевидным, сверхразум повел себя сверхсамоуверенно. А теперь от него осталась лишь обугленная, разлагающаяся оболочка. Я желал извлечь из его гниющих останков всю информацию, какую только можно было получить. Мне нужно было установить телепатический контакт с каждым из гигантских нервных узлов сверхразума, чтобы извлечь воспоминания. Однако мне мешали тысячи зергов, которые собрались вокруг его оболочки, питаясь излучаемой ей пси-энергией. Я помню, тут страны из Эртиус Колоссов можно настроить. Бро поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Мечтал он быть томатом большим аристократом, но его, то с давних пор дразнит просто помидор. Да, островая, я видел, прекрасно.
Спасибо, ГГВ. Этот маленький наблюдатель остался здесь со времен эвакуации. Он сослужит нам хорошую службу. Шот, я изгоню демонов. Эти заброшенные здания можно обеспечить энергией. Они нам еще пригодятся. Я чувствую, как пульсирует энергия внутри этого древнего маяка. Интересно. Оп, подгончик. О, я слышал истории о могучих колоссах, спящих в глубинах вод Аюра. Маяк разбудил зловещих стражей от векового сна. Зерги чувствуют, что их мертвому хозяину угрожает опасность. Меня ждет... Зерги будут атаковать, пока не перебьют нас всех. Мне нужно скорее проникнуть в память сверхразума и собрать всю доступную информацию. Ваши войска вступили в бой. Я верен тебе. С помощью наблюдателей можно разведать территорию и узнать, какие опасности ожидают нас здесь. Так, овца просрал одного, Готовиться к обороне базы. Зерги идут в наступление. Кто там где идет, не понимаю. Меня ждет. Все понял, больше не будут. Еще работают. Может быть, есть возможность. Я верен тебе. Улучшение завершено. Что миссия-то под угрозой? Адон Горинас Зератул. Когда врата отключились, мы оказались заперты в их энергетической матрице. Благодарим тебя за наше освобождение. Ух.
Пустота. Холод. Сердце тьмы. Так. Мои навыки пригодят. Я изгоню. Ты обращаешься ко мне? Мы созрели. Первый нервный узел. Я чувствую боль. Удивление. Смерть. Оружию, братья. Зерги наступают. Я голос затмения. Я пустота. Сейчас прохладные какие-то истории происходят, просто вяленькие, полувяленькие какие-то. Просто время тянуть нечего, надо последнюю миссию проходить. Я не сгоню тебя. Ты меня. Пустота. Я здесь, среди теней. Кстати, робобейт-то тут можно было не строить. Что ты пред моим? Я ты пусто. Моим. Серги хотят разрушить нашу базу. Мои навыки пригодятся тебе. Ни секунду. Я меня ждет искупление. Замать. А еще минус-то всего один. Что ты? Я приду к вам на поле боя.
Стоун. Пустота моей пустоты. Так. Мы едины. Призм здесь нету. Я сердце тьмы. Серги идут в атаку. Ну, Рубабея Пилона это, возможно, да, ачивка какая-то, наверное. Где они в атаку вот там идут? Объемы и выиграем. Я здесь. Улучшение завершено. Что ты предложил? Всего лишь один, что ли? Что ты? База атакована. Враг познает нашу ярость. А за то, что островных убьешь, какие-нибудь ачивки есть? Сгущаются тени.
Скоро зерги опять нападут. Я изгоню тебя. Я здесь, среди тебя. Враг познает нашу ярость. База атакована. База атакована. Месторождение минералов истощено. Мои навыки я здесь, среди теней. Что ты? База атакована. Месторождение минералов истощено. Враг познает нашу ярость. Месторождение минералов истощено. Да и новых я могу построить. Первого там два было овца, одного потерял того. Долболор, блин. Достал меня стрелять уже. Пустота. Что ты предложишь? Вражу ярость. А голос от меня. Что ты? Пустота. Я. Голос от меня. Мои навыки пригодятся. Месторождение минералов истощено. Пустота. Я. Голос. Возле нашей базы собираются зерги. Враг познает нашу ярость. Что ты? Я. Мы вместе. Ты обращаешься ко мне? Враг познает нашу ярость. Крысица, ай! Нам не выстрел. База атакована. Газовый гейзер иссяк. Я. Голос затмения. Пустота. Холодна. Мы едины. Газовый гейзер иссяк. Привет всем, ребят, кто недавно подошел. Ну, раз этот остров выбил, наверное, надо и второй, да, увидел, там ячейки, наверное, за это. Я сердце стада. Третий нервный узел. Я чувствую удовольствие от успешного воплощения давнего замысла и страх перед будущим. Пустота. Пустота. Враг познает нашу ярость. Мы крадущиеся. Что ты? Враг познает нашу.
Что ты предложишь? Привет. Я Настя. Ваши войска вступили в бой. Ты же Аура теперь. Я. К оружию, братья. Зерги наступают. Хера бейлинг-бомбы попёрли, да? Что ты придумал? Я изгоню. Меня ждет из... Мы едины с тенью ради возмездия. База атакована. Я пустота. Пустота. Мы едины. Моя ножка. Что? Ориншис. Мы, я... Я здесь, среди теней. Мои... Мои враги. Мы... Нет ачивки? Ну, будет ачивка респектовая просто. Респектуха. Что ты? Что ты? Этот, а, этот более тяжелый остров, я помню. Я. Враг познает нашу ярость. Пустота. Блин, откуда удобнее? За блинки, вот я не понял, вот тут вот еще какая-то хрень есть. А, вот здесь вообще рядом можно пройти. Разрушить нашу базу. Я чувствую твое. Сраный остров. Мои. Мои навыки. Что ты предложишь?
ради мои навыки. Мои. Во времени-то. Так, что-то на Киви тут активность какая-то происходит. Я тебе покушать принес. Тут тарелка с макарошками от Сайба. Спасибо тебе. Короче, ребят. Спасибо большое тебе, Шайба, в очередной раз. Тут очевидно только одно. Нужно подольше поразвиваться. И все будет отлично. Короче, надо проходить уже. Да последнюю крутую миссию запиливать. А то что-то, ну... За мной. Меня. Зерги идут в атаку. Четвертый узел. Я чувствую только гибель. Чтобы узнать больше, мне нужно установить прямой контакт с корой мозга сверхразума. Здравствуй, брат. Я говорю с тобой из небытия. Тассадар, но ты же погиб вместе со сверхразумом. Голод смерти мне неведом, Зератул. Мне не суждено узнать его. Но об этом я расскажу в другой раз. Сейчас же тебе предстоит узнать о смелости этого существа. Смелости? Он был чудовищем. Не всегда. Зергов подвергли изменениям. Истребление нашей расы было навязано им. Сверхразум был наделен способностью мыслить и строить логические выводы, но ему было отказано в свободе воли. Всю свою жизнь он иступленно бился в клетке собственного сознания. Кто сделал это с ним? И зачем? Я не знаю. Но сверхразум нашел способ воспротивиться навязанной ему цели. Он создал то, что стало надеждой на спасение. Вот такая вот тематика. Королеву клинков. Это безумие. Только она может освободить зергов от рабства. И спасти все живое от гибели в огне. Я не понимаю тебя, брат. Забудь все, что знал до ныне, Зератул. Сверхразуму было видение о конце света. И тебе тоже нужно увидеть его. Нет, я не вынесу этого. Хватит.
Так, ребят, из-за того, что мудился, по времени не уложился в ачивку, но ничего страшного. Хрен с ними, с этими ачивками. Спасибо, ребят, всем за внимание, в любом случае, за поддержку и т.д. и т.д. Все, знаете, прекрасно. Насчет завтра с вам сразу-то и не скажу я так, ну, завтра стрим тоже будет, наверное, я пораньше завтра компанию попрохожу, вечером, наверное, отдохну, с выходной, завтра много планов. Вот, Петрухе там 30 лет завтра исполняется, старому нашему другану. Может, так символично посидим, хотя он вроде говорит, что завтра особо не будем кипишить. Вот. Как-то так, короче, ребята. Как выберусь? Так, тебе сюда. Страшно. Ты заглянул в мир духов и узнал что-то неприятное. Это связано с Керриган? Похоже, сверхразум создал Керриган, чтобы освободить зергов от кого-то. Кого-то, кто хочет, чтобы зерги уничтожили протосов. Все перевернулось вверх дном. Где-то существует сила, желающая уничтожить всех. Да, Кидос, да. Зерги. Именно ему. Ты мне протосы. Так в контактах, кстати, или куда-нибудь там мне они очень написал. Сильные. Насколько ужасны и могущественны те, кто играет их судьбами. Черт побери. Я не знаю, что и думать о последнем видении. Зератул искал сведения о гибели Вселенной. Но в этот раз он отправился на Айюр. На Айюр? Новости, точно. Что он там искал? Прежде всего, он пытался выяснить, зачем сверхразум создал королеву клинков. Это она уничтожит Вселенную? Нет. В том-то и дело. Похоже, она единственная, кто может ее спасти. Атомная лапша. Взрыв вкуса. Что я сейчас только что видел? Поехали далее. Теперь, друг мой Рейн... Не, не очень давно стримлю. Ты должен узреть видение сверхразума. Гибель моего народа и всего живого вместе с ним. Такая судьба ждет нас, если Керриган погибнет. Да, ребят, что-то на киви. А, на киви 40 рублей от шайбы. Еще на морковку и лучок, чтобы поджарку сделать на супчик. Кидай туда макарошки. Супер каша будет. Что-то у тебя какие-то атомные лапша. Узы пустоты на амигалевской, я понял. Я этих амигалевской формадой шатал, я помню. Что-то не хочется мне копаться в воспоминаниях сверхразума. Айпа поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. На сосиски к макарошкам циркумфлекс подчеркивание циркумфлекс термоядерная лапша. Насыщенный вкус. Далекий темный мир станет последним пристанищем протосов. Великие герои этой расы соберутся там и возглавят их войско. И все до единого погибнут, хоть и с честью. И мои зерги станут рабами гибридов. Все склонятся перед мощью падшего.
братья Протосы, внемлите мне. Вот и наступил последний закат. Вселенная пылает, и это пламя уже поглотило тиранов. Теперь тьме противостоим лишь мы. Но если сегодня нам суждено погибнуть, то мы встретим свою судьбу с честью. Все как один! Энтаро Тассадар! Так. Меня ждет моя ноша непосильна. Ни хрена он жир пустота. Такой. Хранилище готово, Лиги. Защити нас, а мы сохраним наши знания для раз, которые, быть может, окажутся здесь в будущем. Они не должны повторить наши ошибки. Привел жирного сюда. Честь моя. Я изгоню демонов прошлого. Меня ждет искупление. Оп, вот это-то я помню, что здесь такая хрень находится. Ты обращаешься. Я собрал остатки нашего великого флота. Вы подоспели вовремя, адмирал Урун. Когда враг начнет атаковать с воздуха, нам понадобится ваша помощь. Тут прикольно, что уникальные все Феникс, вот уникальный здесь. Гордыня наказ... Урун. Зерги сыграли свою роль. Да нет, там золото слабо атакует, я помню. Гибриды, живое тому подтверждение. А сегодня и протосы сыграют свою роль. Последнюю роль. База атакована. А, здесь они еще на муви не атакуют, лол. Компании, точнее, на муви не атакуют. Зерги заходят с флангов. Нужно укрепить периметр, иначе они прорвут оборону. Улучшение завершено. Шозак мокнул мой. Я. Действительно, что-то сюда напали сразу. Ну что им надо-то? Покусите ницу с браза. Я помню, что они как-то там это. Потом особо-то туда и не нападают вообще. Больно с самого начала. Я помню. Как-то раньше попроще, как будто было.
База атакована. Телепортация завершена. Честь ведет меня. Ясно. Улучшение завершено. База атакована. Будет исполнено. Замечена массовая активность в ульях зергов. Будьте готовы к нападению. База атакована. База атакована. Моя ножка. Близится наш. Моя ножка. Маю бой. База союзников подверглась нападению. Моя. Излучатели пустоты готовы к бою. Дезактивировать призматические ингибиторы и сосредоточить огонь на гибридах. Здравствуй, великий Муэндар. За Аюр! Ну все, гречонок хоть можно построить маленько. Хоть что-то ценное можно построить, а то все. Месторождение минералов истощено. Жизнь за Аю. Месторождение истощено. Согласен. Положим конец нашим страданиям. База атакована. Моя ночь. Если... Зиралек. Мой. Выступаю в бой. Слияние совершено. Нам. Месторождение минералов посвящено. Ваши войска вступили в бой. Жизнь за мою. База атакована. Улучшение завершено. Короче, надо. Я верен. Моя ноша непосильна. Положим конец на. База атакована. Ну что, я ушел? Ваши войска вступили в бой. Близится наш последний. База атакована. Месторождение минералов высвящено. Слишком. Карпиня, положим конец. Ваша история.
чё-то меня... Вот это вообще я сейчас позицию потерял по левому. Мне, конечно, пора переходить в массу воздух, но вот надо переходить более грамотно в него. Мне не надо переигрывать. Пофиг вообще. Пройти-то я пройду, просто я не убью там 3000 как с лишним, как я убивал по максимуму. Шозак. Лажа Брудлинги. На наши зомби напали. Настал момент истины, благородный тамплиер. Враги узрят ярость лучших бойцов Айура. Вершитель Селендис. Сражайтесь, не щадя сил. Быть может, это наша последняя битва. Вот лажу, блин. Чё сюда Нидус-то попал? Энтара Тасадар, Зерату. Мы победим вопреки всему. Моя ног-мин. Короче, надо нефть устанавливать. Надо, блин, добыть обязательно, на самом деле. Именно газ тут важен. Что за? Призматическое ядро активировано. Сталкера плюс колосса. Я не помню, сколько я убивал, честно, максимум. Ну, не 4200, по-моему. 4200 это много. База атакована. Если бы мы догадались раньше. Сейчас вообще как бы ни о чем прохожу, вам скажу так. У меня даже 200 лимита нет, я он уже 1000 лет как должен быть, 200 меня. Мы победим. Телепортация завершена. Архив слил, так и что дальше, что архив слил, что он мне ничего не дает. Мы победим вопри... Я
написал первые строки вашей истории. И я же поставлю в ней точку. Ты чё, что архив-то слил? Что это, ну, слил и дальше? Это что-то даёт мне? А докуда его нужно не сливать, я чуть не понял. База атакована. До конца, до 2500 нужно не сливать. А, тогда надо, конечно... Короче... 20 минут, а сейчас сколько прошло? Давайте загружу. Настал момент истины, благородный тамплиер. А все, он уже... А, он у меня уже на 16-й был. Давайте, ладно. Не, я как бы... Настал момент истины, благородный тамплиер. Пусть враги узрят ярость лук. Излучатели пустоты готовы к бою. Дезактивировать призматические ингибиторы. Даже здесь он сливается. Короче, ребят, мне просто нужно будет сейчас двигаться. Я загружу последнее сохранение. Вот, пройду сейчас, раз мы здесь все собрались, и вы здесь собрались просто-напросто. Вот. Благородный тамплиер. Пусть враги узрят ярость лучших бойцов Айура. Но завтра я ради вас пройду там пожестче, чтобы быть все. Может, это наша последняя битва. Энтара Тасадар, Зерату. Я вот сразу неправильно. Спасибо, Фулгор, вижу 800 там на сбере. Пока что комментарии не читаю. Просто на самом деле... На самом деле нужно так Нексус этот поставить, чтобы по нему никто не стрелял даже. И сегодня я пройду, но потом я для очков чисто переиграю завтра. Блин, вот эта миссия, я в нее вообще, кстати, много. Тут вот эта миссия, она прикольная из всей компании, то есть в нее можно играть чисто ради прикола, чтобы, ну вот, убить, узнавать, сколько сам просто можешь по максимуму убить, например. Кажется, рановато, я от колосса тоже отказался. Близится. База атакована. Телепортация завершена. Если бы мы догадались раньше. Зератул погиб. Мы победим. База атакована.
весьма. Небеса за... Гордыня. Зира. Тут вообще, если нормально все делать, тут лимит будет как бы больше 200, потому что тут же дают халявных юнитов. Так что... Я написал первые строки вашей истории, и я же поставлю в ней точку. Близится наш последний час. Вначале нужно очень грамотно, я просто все забыл уже, честно, давно не играл. Вначале чисто дарками можно обороняться. База атакована. Помощника. Мы слишком... База атакована. Ваши войска вступили в бой. Ага, Урал. База атакована. Ваши войска... База атакована. База атакована. А это дерьмо откуда пришло? Ну ёп. База атакована. Мы слишком долго мешкали. Ваши войска вступили в бой. Ваши войска вступили в бой. Мы вновь. Слишком долго нет. Ваши войска вступили в бой. Опять Нексуса тут убрали, а мне чудо. База атакована. Я здесь. Враг познает нашу ярость. База атакована. Вступаю в бой. Вершитель слов. Я убью.
В любом случае. Тут даже с этим изошиб еще не прилетел. Вершитель слушает. Так, время много уже. Ваши войска вступили в бой. База атакована. База атакована. Уничтожение завершено. Хотя тут и 2500 еще. Мы победим вопреки. Проблемы убивать. Верши. Небеса. Я даже завтра два раза сыграю. Как вот человек советует с землей. Я просто всегда постепенно землю разменял вот в такую вот тему, чисто воздушную. Вершительство. Мы вновь. Вершительство. Ваши войска вступили в бой. Гордыня атакуема. Мысли. Верши. Положим конец нашим страданиям. Положим конец. База атакована. Мысли. Вершите вслух. Положим конец нашим страданиям. База атакована. Достойный приказ. Мы вновь обретем. База атакована. Мы слишком долго. Ты против флингов колосса, да. Чисто наземный MX, плюс, например, фениксы, как вариант. Там потом, правда, очень-очень много всего начинает ломиться. Говорит иерарх Артанис, командир щита Аюра. Матрицы поля в пределах доступности. Запускаю телепортацию. Запускай, братишка, телепортацию. Братья, слушайте меня, ибо наше время на исходе. Последние представители нашей расы, нашей цивилизации, собрались сегодня здесь. Верьте друг в друга. Сражайтесь как один. Эта битва оставит след в памяти Вселенной. Она никогда не забудет нас. Энтаро Тассадар! Ваши страдания напрасны. Мои дети провозгласят начало нового. Здесь воронка, кстати, есть. Страту ВЛС. Ну, опиши, как бы, просто... Я попробую просто землей. Здесь так-то я понимаю, что делать. Тут я не стал заново переигрывать, я бы так заново сыграл сейчас. Не идти надо. Гордыня наказу. Еще убью 300 этим еще юнитами. Привет всем, ребят. Придет новый день. Ну напиши страту просто, ну, вопрос в другом. В принципе, как бы я понимаю, что делать. Вот этих белых главное поднимать, они слышали. Согласен. Знаете, на самом деле, самое проблематичное здесь это, да, гибриды. Ух, смотрите, а это что такое? Хотя, смотрите, я тут еще 300-то хрен убью. Керриган? Откуда нам было знать? По ходу-то дело, да? Держи.
Там чисто адовая шабла, вроде после определенного момента начинает идти, как я понимаю. Блин, был бы какими-нибудь колоссами в этом плане, конечно. Хорошо, хорошо. Мы победим. Прости меня, великий Тасадар. Короче, ребят. Короче, ребят, это поражение. На сегодня это все. Слабоват я, слабоват, чтобы эту миссию проходить сегодня. Короче, завтра я обещаю вам пройду заново, как бы. И убью 4000 тварей. А сейчас мне пора идти, потому что моему другу 30 завтра исполняется. Посидим под футбольчик так маленечко, я думаю, мы. Вот. А может, он ко мне заедет, я хрен знает. Короче, ребят, во сколько завтра? Завтра, я думаю, что... Ну, пораньше. Не знаю, точно вам не скажу, но в 5 день часов, так, в 5. Вот так вот. Днем, короче. Я думаю, что у меня была идея еще, чтобы просто люди просили попозже начинать, чтобы, да, как бы с работы приходили. То есть, компанию начну попозже. У меня есть небольшая идея. Вот. Я тематических пару таких стримчиков... вспомнить все проведу, то есть поиграю компанию Вола, Ходса по приколу, и в смысле не компанию, а ладдер Вола, Ходса и Лотва потом, короче говоря, вот. А завтра ж выходной, завтра ж выходной, ну не у всех выходной, ну значит можно пораньше начинать, короче, компанию проходить. Ребят, не знаю, не все ж у нас бюджетники, это просто тоже как бы. Ну, в любом случае, я ладерок так покатаю, потом вот эту тему. Спасибо всем за внимание на сегодня. Все, пока. Завтра буду более готов. На связи, ребят.